по тревоге. И снова бой такой, что пулям тесно. Ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце, товарищ сердце. Здравствуйте, товарищи, с вами Сет и Семен и Небодиплей. Всем привет, друзья. Мы продолжаем проходить Dead Space 3. Именно. Закончили мы на том, что решили... Ну, как решили. Угадали головоломку и... Теперь еще что? Один кусок розетки возвращен на место. Да, и бонус-миссия казармы жнецов. Что ты можешь сказать о жнецах? У меня только Mass Effect приходит в голову. Все, больше ничего. Да. Очень весьма неприятные твари были. Три части подряд нам. Так, лучше бы мне дали верстак, чтобы я сделал себе. Ты все навал? Да. Нет. Пушку. Так, я нашел текстовое сообщение. Личный дневник Майерса. Кто это такой, не знаю. Я сделал все, чтобы попасть на эту миссию, чтобы попасть вместе со жнецами в эту ледяную пустыню. Это был мой шанс выделиться, быть замеченным ими, и никто не сумел бы меня остановить. После того, как исчез рядовой Фриман, я стал новым духом в отряде жнецов. Я драил их в туалеты, заправлял их постели и чистил оружие, восхищаясь зарубками, вырезанными на прикладах. Однажды я собрался с духом и спросил одного из жнецов, могу ли я присоединиться к их команде. Я был беспощаден и целеустремлен. Я был готов. Он расхохотался мне в лицо, как тот сержант в тренировочном лагере. А потом сказал, что похлопочет за меня перед остальными, если я целую неделю подряд буду мыть туалеты голыми руками, без права принять душ. Если я справлюсь, сказал он, я получу, чего заслуживаю. Что мне оставалось, это была моя мечта. И он пообещал. Я согласился. Что-то мне подсказывает, что его маленько, так сказать, обманули, мягко говоря. Да. Дедовщина. Еще одно текстовое сообщение. Не хочешь почитать? Продолжение этого бедняги, ну, давай. Как он страдал от дедовщины в местной, от местном отряде. Тоже подобрал. Секира зла, что ли? Да, вполне возможно, сейчас посмотрим. Да, наверное. Личный дневник РД, рядовой К. Да, Мейерс. Неделя прошла, я весь покрыт человеческими экскрементами, мою кожу усыпали язвы. Я был на грани, я был готов, я должен был догадаться, к чему все приведет. Они сфотографировали меня и разослали снимок всем и каждому. Сказали, что единственная возможность для меня стать одним из жнецов, это если они все внезапно умрут, а я останусь последним человеком, который придет им на смену. Они отправили меня собирать вещи, понизили в звании и отправили рыть ямы. Я благодарю свою упорность и целеустремленность, которые не позволяют мне опустить руки. Перед рассветом я вернулся в казарму, встал у их изголовья, тихий, незаметный. Затем четким и плавным движением стал рубить им головы. Одна, вторая, я продолжал считать. Третья, четвертая. Сделал засечки на топоре. Пятая, шестая. Они теперь мне больше не откажут. Седьмая, восьмая, девятая, десятая. 15 отрубленных голов, и я стал 163-м, самым пугающим подразделением КССК. Я стал жнецом. Мне интересно, когда... Да, мне кажется, если бы он уже 2-3 отрубил, уже остальные должны были проснуться. Чего, не просто... О, смотри, нас там ждет парень. Стреляет еще. Ну, да, с отрубанием головы, это, конечно, они погорячились. Вот если бы он просто им шеи перерезал. Да. Тогда а еще и зарубки успевал делать. На топоре. Этим же топором. Виртуозно. Вот так вот дедовщина так, весьма лестница. Может оказаться неприятным для тех, кто ее воплощает в жизнь. Так, напарник заблокировал лестницу. Неправда. Она сама заблокировалась. Ну, игра врать не будет. Так, чем мы где? Мы, помнишь, мы уже такие головоломки проходили. Да, да, да. Я за тобой, за тобой, за тобой. Оп, я проскользнул слева. Что за гад такой? Голова. Показалось, сзади еще нет. Показалось. Да, поддержка огнем. Усиленный огонь. У меня называется. Так, сейчас ну возьмем. Так, что-то она. Что-то головы лежат не те же, не тех отрезанных парней. Ой! Ну вот, не я знаю. Так понимаю, мы в конце этой бонус-миссии встретимся с самим зачинщиком. С топором он будет за нами бегать. Ну, это же не ходячие мертвецы. Ну, вполне возможно, кстати, насчет голов.
Единственное, что вот эта вот штука не шевелится, и меня это как-то тревожит, потому что, ну... Или мы пришли нет, отсюда? Нет, мы пришли оттуда. 100%. А, вот там что-то нажать можно. А, это стазис. Ну все, давай тогда... Так, ну давай. Давай я тогда держу ее на этом. Я на всякий случай ее заморозил. Там что-то было впереди. Так. Тут патроны. Цепь модернизации. Я не прочитал. Два урон плюс один перезарядка. Вот это хорошая. Так, значит, подожди, надо выбросить автомат аптечку. Автомат сам отдал. Так. Ну, я ее на всякий случай заморозил. Ран. Давай еще раз заморозим ее и побежим туда. Да я не думаю, что она включится. От греха подальше. Она включится, если мы вот этих героев активируем. Давай, ну здесь есть наверх путь. Ну, их нельзя сейчас активировать. Они что-то закрыты. Наверное, сейчас что-нибудь нажмем. Ну, по традиции, куда-нибудь. Нам же обратно придется тем же самым путем возвращаться. Значит, еще здесь помытаримся. Оба! Ну, вот это сзади. Забавное, кстати. Неожиданно он выскочил. Вот это вот забавное, сайт-квест начинается с такой предыстории забавной. Ну, да. Интересно, если они это все будут развивать это все по ходу самой миссии, то будет довольно прикольно. Хотя мне, конечно, больше всего понравился квест с глюками моего персонажа. Да, ты это с самого начала игры хотел, поэтому это нормально. Так, здесь есть дверь. Крайбище. Там что? Здесь пусто. Так, пусто. Что-то капуста. Тут сверху вроде нормально. Заходим. Странно, что верстака нет, хоть сделали бы. Так, головы. Горячие головы. Все, он ползает, ползает. Да я же прострелил тебе башку. Ползает, падла. Сука, ты живучий, я ему голову раз в 5 попал. У него была крепкая черепушка. Так. А, вот как раз верстак. Ты же накопил, да? Вроде. Ты же накопил. Вроде бы. Остался да. Теперь я один. Ой! Фу, ты сжался-то, блин, подлец. Еще один. Еще вот у тебя, сзади. Они летают так. Но они довольно легко убиваются, или мы уже прокачались? Это ватные, да, это. Так, здесь артефакт КССК. Давай. Я пока у станка. Капитан Реймонд Рид. Ответ, заявка рядового Мейсона на присоединение к 163-му отряду. Окидывая взглядом площадку, я вижу только слабаков. Война против сепаратистов отняла у нас лучших воинов, не знающих ни страха, ни жалости. А взамен мы получили молодняк. Половина этих солдат винтовку в глаза не видели, а остальные тут же дуют в штаны, узнав о чьей-нибудь смерти. Если хочешь изменить этот мир, ты должен быть не просто готов убивать, ты должен любить убивать. Рядовой Мейерс, лишь один из винтиков в наших руках. Отведем ему неделю сплошного унижения, и пусть... пакует свои манатки. Надеюсь, так он сразу поймет, что ему никогда не стать одним из нас. Это прям сверху, типа, командование приказало унижать его. Ну, так обычно и бывает. Так, дедовщина не бывает без покустительства верхних. Так, ну давайте ресурсы. Обрадуйте меня. У меня вот 672 вольфрама, и, по-моему, у меня неумолимо 700 стоил. Сейчас посмотрим. Так, неумолимый. Так. Что? Как? Что это? Чё такое? Не хватает? Он уже 400 у меня, короче, стоит. У тебя что-то скидки какие-то, я хотел... блин. Да, что-то внезапно про цены разные. Я забыл, что я хотел в тот раз. Он теперь не красный подсвечивается. Я его найти не могу. Так, у меня теперь тоже всё. У меня только перехватчик атаки нет возможности купить. А, точно. Наверное, перехватчик атаки. Ну да, ты передумал, да? Да, 800. Да. А у меня 700. Так, ну все, я собираю его. Ты перехватчик атаки собираешь? Да. О, завидую белой завистью, потому что у меня не хватает 30 вольфрама. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет без модулей. Но он самый дорогой. Ну да. 800. Ну у него, смотри, у него ущерб и на верхнем, и на нижнем блоке вообще приличный. Так, ну-ка, неумолимый. Так, что у нас тут? 30 патронов изначально. 4. Так, ну у него эти. Ну это обычный пулемет. Обычный по сравнению с чем. Хотя я тебе скажу, что у неумолимого на нижнем блоке ущерб больше. Ну, у него потом непонятно, потому что чё, ну какая-то... Ну да, что там у него на нижнем блоке? Какая-то гадость, он типа цепей каких-то, что ли. Так. А у меня, кстати, на него хватает.
Давай-ка я подожду, пока ты с этим разберешься, и потом сделаю хитро. Если тебе понравится, то сделаю такой же. Если не понравится, то куплю себе неумолимого. Неумолимый, по-моему, то же самое. Только он... Те же вилы, только такой... сбоку, да? Да, он... У него нижний этот какой-то странный. У него что стоит? Ни хрена себе, короче, у него, у перехватчика атаки свои модули стоят. Плюс 2 темп стрельбы, плюс 2 урон. Уже стоят? Плюс 2 урон, плюс 2 обойма, да, 4 пункта, которые прибавляют. Ну, и причем все эти сразу открыты. Перезарядка обойма, перезарядка обойма, перезарядка обойма. Хм. Ну, давай посмотрим его в действии, тут будет намного понятнее. У меня пока он лазит на резак со столярной пилой. Опа! Ну, вот, довольно удобно для набегающих целей, надо будет почаще его пользовать. Так, ну я двери пока не открываю, вдруг побежит какая-нибудь супостасия. А, блин, похоже, те, которые я снял, нельзя вернуть. Вот это я... Почему? А, конечно, которые жест. У него стали по умолчанию? Да, я их снял, и теперь нельзя их вернуть. Беда, беда. Печально. Но зато я буду знать, что не надо их убирать. Да. Знаешь, как говорится, умно учится на чужих ошибках. Пока не появится. Ну, пока, так, покажи, покажи, ну, покажи. Ничего не изменилось. Так, о, эффектно, эффектно. Это нижний? Да, но он как автомат простой. Ну давай. Ну перезарядка у него, конечно, не очень быстрая. Попробуем на деле. Так, о, давно у нас этих хреней не так, было. А что, эти субтитры идут, а голоса кинуть, нету? А у меня субтитров даже нету. Твой разум спокоен, тебя ничто не беспокоит. Отойти? Отхожу. Тебя ничто не беспокоит, ты ни о чем не сожалеешь, ты ни о чем не сожалеешь. Ты ничего не боишься, у тебя нет друзей. У тебя нет семьи, ты машина, ты машина, ты подчиняешься приказам, ты убиваешь по приказам. Какой-то глюк. Да, это я вижу. Видел, да? Сейчас. Да. Опа. Ну и как? Ну пока эти ватные, да, на них не поймешь. 9 патронов. Обойма маленькая, 30 патронов всего. Ну и расход приличный, да, получается? Да. А, вот он, откуда голос. Никто не спасется. Забируют, блин. Не люблю такие вещи. Так, тут у нас текстовое. Давай. Там хранилище есть, если что. Не забудем про него. Уже конец, ну, что ли? Вполне возможно. Так. Короче, эти жнецы какие-то были просто машины для убийства. С конкретно... Что-то я не понял. Разумом, что? Я теперь этот текст не вижу. Видимо, он закончился. Что, в хранилище подойдем, а потом туда пойдем. Давай. Нельзя хранилище без напарника открывать. Вдруг кто-нибудь накрысит, все заберет. Да. Электромагнитный ускоритель. Так, а что у нас по месту? Надо было верстаки... А, надо было сделать этот вал. Так, что здесь можно подобрать-то, не могу понять. А, вот беда с этими аптечками, ладно. Вышли, вышли. А где еще? Вот еще оттуда же. Они с одного гнезда вылазят. Так, вроде подобрал. Сзади. Сзади. Вроде чисто. Че это? Тебе, если нужна так... двойная аптечка. А, ты подобрал уже, все вижу. Да. Я ее выкину просто. Эй, дружок. Так, ну нам явно сюда. Здесь все подобрали, все, идем. Соматический гель, этот из него, по-моему, только аптечки делаются. Так. Да. Так, ты хочешь в ту дверь пойти? Ну да, чё оно? Ну, я надеюсь, там за ней сейчас какие-нибудь славные плюшки. И никуда не ведет дальше. Плюшки. Плюшки-баранки. Что там? Улица, что ли? Да, нет,
Нет, ну, просто холодильник морозил. Оба, камера. Оба, чуть-чуть. Стой, чуть-чуть, стой, не иди. Ты зачем за ручку некроморфа взял? Какого? Вот этого? Ну, вот этот сзади был. Ну, понравился мне, видимо. Ну, что такое, что не... Жалко этих парней, конечно, висят в мешках. Бай, головы. А кого ты тут найдешь-то, голова? Трупов-то нету. Какая непредусмотрительная голова. В принципе, здесь что, ничего нету, да? Стазисная оболочка. Так, я с тобой могу поделиться патронами, надо? Я тебе уже отдал. Нет, мне некуда. О, блин, я тебе передал аптечку маленькую. Спасибо, но не надо. Так, что-то надо выбросить. Так, блин, не могу подобрать. Слишком много аптечек валяется. Слишком много здоровья в этой игре, да? Да. Я подобрал стазисную оболочку. Сама она сама подобралась и далась мне. Так, пошли. Ну... Пошли. В принципе, задание мне выполнили, значит, просто нужно отсюда свалить. Кто-то хлюпает. Головы. Так. Куча пройти, голов. Кстати. Нам туда, значит, пойдем туда здесь посмотримся там. Или мы здесь были? Да. Да нет, мы здесь не могли. Не знаю. Да, да, были, мы были. Мы пришли были, отсюда. Все правильно. Мы это хорошо, что вокруг значит. Они, а не заново. Только какое-то это было слабое совсем. Ну, такое больше на рассказ об истории чисто жнецов, почитайте, да. Но... Ну, кстати, такие задания по мне-то воспринимаются намного легче, чем когда бродишь. Просто убиваешь. Убиваешь миллион монстров. Так, нам сюда. Так, а ты не помнишь, мы все куски Розетты собрали? Или еще за последним? Нет, еще, по-моему, два. Я так ее расчленило-то, блин. Да, профессионально разрезала. Так, ну чё, как думаешь, получится с первого раза запустить эту фигню? Коробка. Цепь модернизации. А тебе патронов было? Кто это базарит? А, это... Че? Ты где? Давай. Ну, сейчас по крайней... Ай, конечно. Ничего не бывает просто так. В этой жизни... Опа! Верстак хоть бы работал. А, я-то думал, мы вернулись опять к той же газовой камере, которая была. Не-не-не. Просто такая же. Это так, что? Ну давай я попробуем. Тогда защищаю. А тут не надо ничего, просто повернуть надо. А мы сами-то не траванемся, да, я сам что-то об этом подумал. Валим. Нажимаем. Давай! Меня ждем напарника. А, вот все. Мне тоже. Ну все, дохните, твари. Хотя их твари-то назвать-то не надо. Всех убили. Ну там это мясная масса. Быстрее. Станок заработал. Надо поскидывать все туда. Надо скинуть. Кстати, мы подобрали фигню. Сейчас тут два урона и одна обойма. Да, это на пистолет поставлю. Тяжелая элитная станина. И сделать надо этих. Блин, очень много чего тут подобрали. Так, что, как тебе пушка-то устраивает? Да я ее не испробовал еще. На слабых врагах-то что ее? На слабых врагах все устраивает. Тогда я пока не буду покупать. Так, модификатор. Так. Что я хотел? А, я хотел эту создать. Пару валов. Вот ты же валы не создавал? А, нет, надо создать. Не-не-не, я создам. Один. А то опять ключить будет. Так. Так, где у нас здесь был два урона и одна обойма? Отлично. Ну, когда, в принципе, уже разобрался в механике крафта, то, в принципе, он уже особо... Ну не, да, быстренько да. Зашел, поменял, то, что надо. Понимаешь уже, что тебе нужно делать. Вначале я вообще не очень любил там копаться. Так, все, я готов, жду тебя. Сейчас. Так, оттуда мы пришли. Соберем уже эту Розетту и узнаем, что ж там за тайну-то ее тело хранит.
Нам, по-моему, еще два этих. Так. Блин, много всяких модулей надавали. Ну, разбирайся, вам торопиться некуда. Раз это уже не разбери, на большие куски не порежется. Сколько лежит, столько лежит. Растает, будет как колбаса. Ну, что-то я бы не стал такой колбасой. 12-13 у пистолета теперь патронов. Так, а куда нам идти-то, ёпт? А, дверь открылась. Еще и шкафчики. Что-то тут за нарисованная такая. Что-то большое, по-моему, рычит. Ну, впереди есть какой-то, да. Но заодно используешь... Ваньки. Испытаешь свою пушку. Так, ну это мелкий. Так, сзади, что ли? Сзади. Блин, с такого расстояния не могу целиться. Они сверху падают, блин, там сколько их там? Друг на друга падают. У них там точно гнездо. Да сколько же вас? Жесть просто. Ну что за нескончаемый поток? Да они друг на друга в натуре падают. Жесть, сколько их там выпало-то? Зато пособирать можно всего подряд. Да, куча ресурсов. Все, запасы дохляков закончились. Что-то я подобрал, найден артефакт. Почитаем. Личный дневник Обручева, Алексея. Земляк. В первую очередь я ученый, это главное. Наш долг быть на переднем краю науки. Чего бы это ни стоило. Следовательно, я несу ответственность за решение произвести контролируемое оттаивание неповрежденного образца. Я уверен, что хоть рядовой Фримен и прослыл в лагере эдаким шутником-балагуром, спешу напомнить своим коллегам, что именно он добровольно вызвался работать с образцом, в то время как мы стояли за защитными ограждениями в аппаратной. Да, когда древние останки, освобожденные от ледового панциря, подали признаки жизни, для всех нас это стало полнейшей неожиданностью, что происходит. Но больше всех был удивлен несчастный Фримен, когда из измороженного трупа вдруг вырвался какой-то непонятный отросток и пробил его грудную клетку. Это могло бы быть бесславной кончиной рядового Фримена, но я нисколько не сомневаюсь, он был бы горд принести свою жизнь на алтарь науки, совершивший в тот день настоящий прорыв. Фамилия Фримена встречается практически во всех компьютерных играх. Все делают реверанс в сторону Гордона. Так, здесь аудиозапись, по-моему, да? Давай. Доктор Эллар Сарана. Я нашел топор. Не тот самый, которым он трубал голову. Ну, это же уже не связано. Логично. То есть тут что-то вполне себе может еще и согреться. И это грустно. Да, я, кстати, тут кусок розы немножечко отправил. Эдик. А, уже успел? Да. Хорошо. Он тут и валялся просто. На шкафу стоял. Ой, это что такое? Валим, отходим. Что они сейчас загрызут. Жесть, сколько их там вывалилось-то? Да они еще и с нашей стороны поползли. Ну ладно. Что вообще нечестно. Пришлось аж на гранату в них кинуть. Так, отлично, все, заходим. Твои любимые двери. Ну, по-моему, все, кто играет в эту игру, любят их. Я как-то к ним равнодушен. О. Так, по-моему, нас... Так. Смотри. Обелиски. Я вижу, но здесь можно отойти назад, видимо, там. О! Так, советую бежать. Куда? Не знаю. Под свет фонаря нельзя выпадать. Ну, блин, я что-то не вперед ко мне прицелились. Меня прицелились, блин. Ладно, я за тобой. Там просто сзади был проход, там вполне возможно можно было ресурсы собрать. Да ладно, чуть-чуть. Валим. Нормально, дед меня покусывает. Скушай аптечку.
маленькую тут. Оскорбляется. Да. Так, ну отлично. Все, пошли дальше. Лифт. Ага. Ну бежим. Видишь, нет? Какова обстановка? Нет, корабль не вижу. Некроморфов вижу. Ну это не так страшно, как корабль. Он тут отнимает побольше, чем некроморфы. Так. Что-то я не понял. Опа. Солдаты тут. А, хотел спросить, а где же тогда некроморф? А, это эти шустрые, это да. Красной. Стазис. Че, не учили пользоваться стазисом? Сзади уже чисто. Отлично. Ну, вот таких катсценок, это, конечно, прикольно, хотя она бессмысленна, в принципе. Так, маленько разбавили. Они, по-моему, здесь были, нет? Да, нет, просто похожие локации. Эти вообще шустрые, они даже под стазисом нормально так ходят. Хорошо. Что он так кричит, как будто до сих пор живой, блин. Говорит, за что вы убили меня, пацаны? У меня синие штаны, я на вашей стороне. Очередная дверь. По-моему, мы здесь были, хотя локации одинаковые. Да нет. Просто однотипные локации. Так. Хм. Опаньки, сейчас угадаю. Угадаешь что? Ты не видишь солдатика оловянного. Стоящего? Нет. Да. Да были. Я вижу. Катсценка. Я у тебя сейчас, наверное, воздух держу в руках, да? О, ты мертвый. Это я даже вижу. Симпатяга. Ты видел то, что ты мертвый? Ну не мертвый, морда такая кровавленная. Ну да. Ну это странно. Я думал, это мой приход. По-моему, ты не должен был этого видеть. Они уже, они уже сблизились, у них уже глюки одинаковые. Смотри, ну а в другую сторону показывает. Да, ну пошли туда. Так мы здесь были. А я хочу сюда. Мы там поднимем, это мы поднимем всех, кто и моей девчонке Элли. А здесь мы были. Это та локация, где мы выполнили сначала сайд-квест, а потом пошли. Да, ну а нафига нам сюда показывает тогда этот? Ну, будем верить на слово локатору. Пока не подводил. Здесь мы на лифту поднялись. Все верно. Видимо, эта дверь открылась, она была закрыта. Так, не помню. Не помню такого так, места. Труп лежит. Да, этого места тоже не помню. Аптечку на всякий случай подобрал. Лучше выбросить, чем не добрать. О! Я так его расплющило. Че, сигнал слышишь? Да. Только я пока не слышу. А, вот все, пошел. Так. Аудио сообщение. Ах ты. And I have high hopes that this is the breakthrough we were looking for. Все, они пытаются в свои науки прорваться. Одних проблем наделали только всему человечеству. Так, я так понимаю. Че тут? Рентгеновские снимки. Розетты. Че, вольфрам выпал из этого говнюка. А ты его убил, что ли? А, да. Я думаю, что-то он мертвый. Думаю, для чего его сюда поставили? Просто так, напугать? Так, даю. Ну давай, что у нас тут? Кажись, тут последний нет, кусочек, этот кусок. Да. Так, а сейчас куда? Сейчас найдем. Сюда, нет? Не вижу. Нет, не сюда. Сейчас будем искать. Подожди, может. Синие штаны выпали. Прям как в эту играем какую-то. Один. Все вроде. Нет, не все. Еще один. Еще одного слышу.
Ну что, сначала со всеми разберемся? Ну да, логично. Где-то он сейчас здесь. Я его пилю. Ну что-то как-то не Блин, особо я его распилю. Улетело. А не, я думаю, то, что здесь на рукопашный бой лучше не рассчитывать. Не, не рукопашный, это пила. Вроде последний кусок. Да. Возвращаемся, так возвращаемся. Чё ты? Яп. Ну я думаю, пока мы возвращаемся, может прощаться. Ну, в принципе, уже да, по времени уже прилично середит. Как раз придем к ней в следующем летсплее. Есть логический конец. Попозарим. Собрали мы Розетту наконец-то. Так я этого ждал. Да, так что... Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наши каналы. Смотрите альтернативные версии. А за Айзека, если вы сейчас смотрите на канале Седа, и за Джона Карвера, если вы на канале Бадди это смотрите. Разные глюки, разные текста. Что еще у нас? Разная меткость в стрельбе. Да. Разное оружие. Да, Сед наконец-то собрал свою пушку. А с вами был Сет и Семен Anybody Play. До свидания. Come rushing.